Тут будешь? Я уже и пишу. Играю Кизарион и РВД. Кто ты, если тебя пишешь в одной комнате? Чё ты путаешь людей? Играют электричество, не панк. Ничего не знаю, у меня играть РВД. Давай. Бери мапу. Бери мапу. Так, чё у нас есть? Германия, Италия, Австралия. А где Кения? Кении на втором этапе нету. Она будет более. Идите нафиг, слушай, Кении. Так, а, я... Ага. То есть Австралия с верблюдами, ой, с фигурами. Иди ты в жопу, блядь. Табло. Я не тебе. РВД начинает агрессивно играть. Просто накидывает лучаками с табло с оппонентом. Блядь, управляй какой-то пиздец, не управляй. Выбирай. Что за проблема? Это еще медленный моцик, ничего, это еще нормально. Угу. Я убежал до этого. Блять, тут, конечно, кадр секунд, конечно, пиздец от мало. Кунька, привет. Кинь, привет. Ну почему у меня... Я отключился, у меня автоматчик все с желтыми табличками, с отрицательными знаками. Тест с украинскими флагами. Там чисто твоем шуре. А, вот кирпич. Ты себе поставил байк-то? Не заметил. Ой, себе байк поставил? Ладно. Врезался, дурак. Рома, только не нажимай ничего. Так, все, ладно, так. Поставил байк. Байк стоит. Вот, теперь стоит. Все. Теперь у меня точно стоит. Теперь убегает сразу. Батька журит. Ну давай. Грозится зло, имхо. Толкай тебя догоню. Ты куда? Тебе что-то понесло. Ну, я не знаю, я привыкший. Я, конечно, не мемори. О, олень. Видел? Олень, бэйби. Так как понял, кто? Пашка, Павка. Играл с кем-то. И там... шум какой-то. Ох ты, ёпт. Ладно, молчу. Короче, и оба им не воевал. Идем. Не поверишь, для меня это плавно. Потому что я привык, для меня это плавненько. Я сейчас представляю, скольки ох ты залагало. Скольких записях будет ох насчет того, что типа, блин, как все лагает. Так, машина, жуй. А? Вон, наедь на машину. Да блин, не беги, как ты. Еще приходится сбавлять скорость, чтобы знак не вписаться. Приходится сбавлять скорость, чтобы знак не вписаться. Блять. Все, мне пизда. Хотя... догони меня, кирпич. Никогда еще такая эта фраза не была двусмысленная. Догони меня, кирпич, говорю. В данном случае настолько двусмысленно звучит. Тут какая-то хрень по дороге бегает.
не знаю. Мне бы тоже не упасть. Тут какой-то хрень. Хрени всякой дофига на дороге. Включая гонщиков, типа тебя. Ну блин, зашибись, блин. Ё-моё. Ты посмотри на мой байк в состоянии. Полосочка, видишь, красненькая. Один прогиб, и я погиб, как говорится. Так что, на покое. Подстава. Ух ты, ё-моё. Я, знаешь, сейчас так стараюсь максимально аккуратно ехать. Максимально аккуратно ехать стараюсь. Для тебе-то что, ты посмотри, я сейчас сдохнуть могу. Ой, ё-моё. Нет, вроде окей. Да, доехал. С горем пополам. Хватит бегать. Кошмар. Ну тогда и байки меняем. Первого. Блять, кошка там не сильно шумит на заднем плане. Кошка, говорю, не сильно шумит на заднем плане. Вообще там ад такой творит. Так, я убираю. Я выбираю тралью. Кенгурушки. Купи песню, музыку. Иди вперед, я уступаю. Помнишь что-то ты левосторонник? После того, как я врезался в машину, запомнил надолго. Я не помню, кстати, приходил или не приходил. Надо ходить далеко. Но в одном играть, конечно, комфортнее. Он на дороге бежал. По дороге. Я сам панда, иди нафиг. Это выживание в условиях диких, дикой природы. Падает. Давай ты уже врежься в знак. Да ёба ты в рот, мне вот эти вот машины бесят. Да здесь. Чего? Да, я немножко. Да. Так, ты не ответишь, пытаешься, все. Врезься. Сказал врезься, и ты врезался. Красавчик. Я тебя видел. Очень глупо. Я его пощадил. Да ладно, тебе не повезло.
Ой, а, че? Ну, пугал. Блин, я все-таки к FPS-то привыкает, а не привыкал, мне это лагает, то не лагает. Так, кингу, блин, я кингу робу. Шапапаш, сука! Синхронно, слушай. Только ты отлетел дальше. Слушайте, это знаешь, ты предлагаешь еще в турнире сделать приз за самое оригинальное падение, там, не знаю. Ты что, вторая, 2-0, да? Нет, тут красиво. Ты первое место, походу, возьмешь. Так, берем камикадзе. Камикадзе. Вот ты на нём точно летать будешь, камикадзе. Камикадзе. Камакадзе. Фу ты. Поназвали так. Без подумки, не понимаешь. Давай ты выбирай. Повтор нельзя. Давай, 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 давай. Еее. Тут мушка классная. А не везде классная, тут классная. А ещё мне в тени не нравится. А тут, а чё я делаю-то? Взял, хочу ехать по левой. Чёртова Австралия. Иди в баню. Тут кенгуру нету. Советчик от Бога. О, ты как-то прыгнул. Вообще. Лови. Блин, не поймал. Друг. О, тебя тоже вынесу. Ой, я поймал, не поймал. Так ты вообще говнюк, слушай. На уровне как можно давить. О, е-е-е. Слушай, это нечестно. О, привет. Ты понимаешь, тебя даже не отбросило никогда. Обидно. Может, хватит тут мне мешать, а? Краса. Ты кошку мою подкупил. Ты кошку мою подкупил. Так твою мать. Да блин, еще вот когда горка, а потом спуск. Ну как меня мотает. Тебе тоже на том повороте занесло? Тебе тоже на том положить? Я вижу просто как бы, ну так, краем глаза. Ой. Да иди в баню. Бикает он тут. Пидорас. Разбикался он тут. Сука. Мит идет, кошка сорвет. Вообще все, идиллия прям, а? Ой-ой-ой-ой-ой! Ты пиздуй, блядь! Чувак, ты меня сейчас догнать можешь. А нет. Еще. Нет, ты можешь, конечно. У тебя? А, нет, или у меня, подожди. Коп был. Ладно, пофиг. Видимо, не у тебя, раз тебя не арестовали. Ты что делаешь? Да.
Отгаш, это не твое немножко. Ты специально уже? Как можно три раза подряд случайно долбануться? Ой. Блять. Ты понимаешь, что у нас сейчас такая жадная ситуация? Только я тебя опережаю, и у меня сейчас финиш уже. Так. 3-0. Чё, в группе ты напишешь? Запись сразу там. Запись кинешь там, говорю, в группу. Я тогда пока могу сказать.